свет в конце туннеля. Все везде ремонтируют, и приходится тысячу раз обходить. Еще китайских школьников. В общем, здесь сегодня, это мой второй уже поход на Красную площадь. Все благодаря Кате, что мне пришлось второй раз ехать уже за свежим журналом с моей статьей. Вот. Но я не жалею. Походка хорошая. Можно прогуляться. Зерошная, да? Смотри, как же видно, это на Кремль, получается, Красную площадь. Почти все высокие люди. Да? Да. Они высокие, вот там и вот, да. Что это за макароны? Не знаю. Там что-то лисички есть. Да. Утка есть. Напоминает мне мамину лапшу. Да, сейчас он лапшу засушит, подсушит. У меня очередная попытка уместить мою жизнь на месяц в чемодан. Все самое необходимое пытаюсь сейчас как-то укомпоновать. Сумку. В общем, пока что не очень получается. Вроде вещей столько же, но почему-то каким-то макаром это все не умещается в чемодан, как это было до этого. Я пока не понимаю, почему. Вот. Надеюсь, что я справлюсь с этой суперзадачей. Вот, сегодня в 4 утра самолет. Поэтому сейчас я все-таки буду продолжать упаковываться. С вами попрощаюсь.